Привет, это Баняша и Михаил. Да, Баняша? Идем. Ай, красавец. Ребята, я готовлю сегодня гирос из курицы. Вот у меня килограмм мякоти курицы. Потом я взял две помидорки. Специальная у меня смесь специй для вот приготовления гироса. Значит, смесь для того, чтобы мариновать курочку. Курочку мы нарезаем тонкими полосочками. Можете взять сладкую паприку, молотый черный перец, орегано. Я вот орегано отдельно добавляю. Значит, к этой смеси для гироса. Потом лучок туда пойдет, чесночок в маринад. Предлагают йогурт, но я видел рецепт в Греции именно с бальзамиком. Значит, вот бальзамический уксус добавлю. И добавлю оливкового масла 2 столовых ложки. Ну, естественно, соль по вкусу. А потом я вот разогрею эти питы, у нас есть, мы купили в итальянском магазине. Можно самим приготовить из простого теста, значит, лепешки тонкие. И еще сладкий перец, я его, наверное, нарежу полосками и вот положу на гриль. Чуть-чуть его потомлю, можно почистить будет кожуру с него, кто хочет, кто не хочет, можно также оставить. Потом разогреваем питы, мажем соусом дзадзики, но у меня нет дзадзики, нет огурца, зато есть вот такая, значит, соус, татарский соус. Я его добавлю, положу помидорки нарезанные и перчик томленый на гриле. И получится вот из этого вот набора должно получиться порции на 4 людей. Вот готова наша курочка. Смотрите, какая красивая, с маринадом, с фиолетовым луком. Буду жарить вот с луком. Через 20-30 минут должно промариноваться. И потом на сковородочке. И Маняша вот хочет тоже. Зовет меня, чтобы я его показал, да, Маняша? Маняша хочет, чтобы его показали. Ну, красавица. Ребята, смотрите, вот пока мы гуляли с Маняшей, мясо замариновалось. Уже оно у меня заканчивается жарко его. Тут я уже питу разогреваю на оливковом масле с одной стороны и с другой. Вот у меня готова начинка, решил еще добавить немного зелени, есть руккола, еще добавлю авокадо, перчик наш и наша приправа, добавил туда зубчик чеснока, потому что сладковато было. Заверну все это ком, и вот видел, как это делают в Греции, а еще видел, как потом заворачивают фольгу. Ну, попробую и покажу вам, что получилось. Ну вот, у нас получилось все. Смотрите, какой красивый гирос. Это мой такой большой. А это вот для Елизаветы поменьше. И так будет удобно вот брать его в руки. И кушать, и наслаждаться такой вкуснятиной. И Баняша глотает слюньки тоже. Ему хочется. Но он получит сейчас свой ужин. Приятного вам аппетита!